Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в области идет к снижению. На сегодня эпидемический порог превышен на 5%, а 3 недели назад было в 2 раза больше. Объясняют это тем, что большинство учебных учреждений находятся на карантине, а это 96 школ по всей Луганщине. За этот год и по сегодняшний день заболевших ОРВИ насчитывается более 4000 человек, среди которых 152 ребенка. Также за прошлую неделю было зафиксировано 58 случаев подозрений на грипп. По 8 административным пунктам отмечается следующая тенденция. В Лисичанске порог превышен на 19,7%, в Рубежном на 84,4%. Самая высокая заболеваемость – это Новопсковский район, 136,7%, и превышен порог, и Сватовский район, 125,6%.